Что ты каски поставишь? Забери каски. Сейчас, блядь, все сделаем по уму, блядь. Если ебланить не будете, блядь, быстро закроем всю эту хуйню. Давайте уже сейчас у нас пауза с ума нет и стартовать. Значит, что все, ты в кружке. Сейчас. Что-то за лупу закроем. Блядь, хуёво. Мне ставить этот... Как его, доспех ставить? Да, конечно. Я надеюсь, завтра мы 4 часа потравим, блядь. Без всяких истерик. Шмот серебра выпал, я не пойду, блядь, ебать. Ладно. А это трудно вообще? Блядь, причем кольцо, которое, блядь, там вообще нахуй. Ну, я дал Old Карге, потому что... У меня бы щит упал бы другой. Синтека я пока что... Синтека я пока что эрдрушником считаю. Я дал Old Карге, он там... Синтек выше из-за того, что он как бы по ИП, блядь, дольше в гильдии. Вот, и я Old Карге отдал Викторка, потому что... Викторка, что ли? Ну, кто-то с луков нажал 50%. Ну, 50 это, соответственно, 50. А вот Карга 100 нажал. У него, тем более, такое же кольцо 264. То есть, оно ему надо. Вот и все. Никаких вопросов. Нельзя применить. Что он сделал это кольцо? Все, он здесь. Ставлю. Что тут по тактике? То же самое? Сейчас объясню. Здесь больше хилы, например, чем... Так, значит, смотри. Бидон, на тебе великая ответственность. Ты... этот щиток держи на шо все, вот шо все, твоя позиция в кружке непосредственно, моя позиция звездочки, все остальные посередине держитесь. Сейчас я вас разделю право-лево. Значит, история напуливать идешь на шо все полностью и помогаешь ему станами, контролями. Если вдруг мобы уходят, ты помогаешь ему этой хуйней. Значит, сколько у нас ДДшников вообще? 2 хила, 2 танка и по 3 ДДшника. Так, история в кружке. Потом Песа в кружке. И Мистери в кружке. Мистери, у тебя что там за таланты? Песа, Мистери, история. Нормальная пачка. Так, ну-ка. Мистери, ты у нас дестрик без стана. Ладно. Короче, приоритеты вы знаете. Подавление, потом маги толстого в самом конце. И этот, что все, если хуево будет что-то по это по живучести, толстому оковы даешь и бегаешь вокруг кружка право-лево, там вперед-назад. Вот. Так, стороны свои запоминайте. Со стороны звезды будет рарник в ретрике, будет Биг Дэм и будет два носка. Два носка нова, ну то есть, как он называется. И Влаш, ты зайдешь? Еще раз, я проебал справа это, да? В кружке? Сейчас подождите, блядь, и Вилаша. Так Вилаш 11 же был. Это, и Вилаша, это Вилаш, самое... Это шо все, он только на этого босса запухает. Ты дальше пойдешь. Понял. Надо это, чтоб ты танчил. Потому что ему там... После Вали там, короче, проф, Лана, Синдра, Лищ. 4 босса. Потому что ему объяснять будет, я не знаю, сколько это времени займет. Так, сиди, подожди, не офиси никуда. Блять, запы свали. Ну, блять, ему вот запы, говорит, свали надо. Ну подождешь, да? Не будешь офиться? Ну, ты с этой заберешь. С карых, ой, с ЛК ХМ заберешь. Все, ну, хорошо. Это самое. Все, запомнили свои стороны? Ну, у каких танков вы работаете? Два носка, если что. Приморозка относится, когда на хэпала пойдут. Вот хэпал у нас квадрат. Если на хэпала вдруг мы пойдут, ты прям экстренная приморозка. Если у меня таунта нет. Я постараюсь там оковы еще. Надо с Долгорода лучше. Все, проверка. Войт, я проебал. Я справа стою в кружке. Два носка. Два носка везде. С бигдемом и рарником. Остальные трое в кружке. Все, поехали. Ему вы пойдут на морозить их. И там жуки, ну эти черви, блядь, из толстого. Все толстый есть. И пойдет. И вот видишь, толстый вот этот идет на НВН. Я думал, НВН летать будет. Все, я понял. Да, и... Шо все, ты тут? Тоже. Шо все, ты тут? Шо все, да, ты да, тут? Да, да, да. Ну так а хули ты? Бля, жил трэш. Не бей никакой трэш, встань в кружке. Твоя задача толстый, волдырный, и остальные тоже. Не могу. Блядь, пизда нахуй. И ты сейчас чилить пойдешь. Как это у тебя не получается, нихуя? Потому что я проебал уже таунт, а он, блядь, все равно прет на нее.
Тебя, ну, видишь, нет, тебя еще с нуля надо. Тебя надо учить с нуля, как играть за ДК. Бля, я нормально вчера танчил, блядь. Сейчас просто на ты трэш отвлекся, да. Как вы долго пиздили. Не надо его отвлекаться, он не бьет по 20-30 тысяч. Падаем, ложимся. Бля, разобьите в центр. Ложитесь. Блять. Ой, сука, вот понимаешь, я ничего против тебя не имею, но ты, если ты создал перса, ты интересуйся хоть немножко чем-то, хоть как-то что делается. У тебя есть грипп еще, чтобы его затаунить. Грипп уже был, я его грипнул. Я тебе объясню основы. Таунт ты нажимаешь только тогда, когда моб идет на другого моба, когда с тебя сорвали, когда ты набил 100 агра, тебя обогнал маг 200, набрал агра в 2 раза больше, чем ты, блядь, своим ДПСом. Только тогда ты жмешь таунт. Ты не жмешь таунт, когда моб идет пустой, блядь, понимаешь? Твоя ротация. Он уже идет, я в него кинул, блядь, оковы, потом, блядь, ЛП, потом он, блядь, опять прет, ебать. Бля, я не знаю. Агровы, но... блядь, порезали, ну. Так бы с ЛП. Блять, с тебя сейчас получается пал агро сорвал, блядь. Ну, блядь. Это, ну потому что там пиздец. Еще один моб вышел, блядь. Я двоих стал брать. Я кинул на этого оковы, блядь, стал другого бить. Он на меня толстый развернулся, пошел ко мне. Я переключился на другого, блядь. Потом он опять сорвался. Короче, это там надо. Два было, там это опыта не хватает. Это надо просто еще подольше поиграть. Видишь, если у тебя сейчас не получится на этом трассе, так же он сдохнет. Как бы и то это начало, он потом будет генерировать столько агро, что он за одну свет небес будет, блядь, всю пачку трэша срывать, что на мне, что на тебе будет срывать. И надо что-то с этим делать, надо таунт именно вовремя давать, это надо как-то... Вчера были проблемы у меня на этом боссе? Вот такая же хуйня вчера была, только я не и было... Вот не надо рассказывать, ладно, вчера вообще бегите. Не было никаких проблем от меня. Там умирал, блядь, единственный паладин, все. ГП нахуй, миллион. Давай еще раз. 7-10 нахуй. Тихо, это самое. Ой, блядь. Не зафлуживайтесь. Не запаривайся. Давай я буду объяснять людям. Смотри, я тебе объясню по-простому. Подавителей ты не бьешь. Магов четырех первых ты не бьешь. Ты нихуя на них не нажимаешь. Вообще нихуя не надо нажимать. Потом, твой моб толстый. Ты на нем фул агро набираешь. Когда выходит Валдырный со своей стороны, и ты вдруг танчишь при этом толстого, то на толстом у тебя уже должно быть 300-400 тысяч агро. Ты смотришь в обман на всю эту хуйню, он никак не сорвется. Ты нажимаешь и кровоотвод. Если ты не уверен, нажми усиление рунического оружия после кровоотвода и трех ЛПшек. Идет этот пидор, доходит до тебя в кружке. Ты стоишь в кружке, лицо моба толстого повернуто в ромбик от нас. Ты его стоишь, танчишь спиной к ромбику. Идет за ромбиком, за твоей спиной этот Валдырный. Он доходит до твоего лица, ты нажимаешь на него таунт, ты начинаешь набирать агро на нем. На нем 0 агро, ты набираешь на нем. Выходит маг, просто ему дай оковы за ромбиком, еще когда он не дошел, который ледяной. Он будет все равно кастовать, он тебе нахуй не нужен. В этих двух мобов продолжаешь отдавать. Удар чумы, кровавый удар, всю остальную залупу ставлю рыбу ешьте. Вот. История на тебя там напуливает. История, значит, стан дашь, если что. Вот, огненный маг, он тонкий тут. Его, блядь, разъебут РДД. Повернутся, разъебут. Просто не проебут. Вот. Вот, скажи еще раз, я фрижу мобов, которые пойдут слева. Это я все понял. Айнавен потом улетит хилить или что, или как? Айнавен хилит. Просто в какой момент? Да, я соло хилю. Это тогда, когда уже у Айнавена 20 там стаков, и уже босс почти захиливается, он помногу будет агро генерировать. Когда и... этот большой взрывает, ой, большой убивает своего червя. Владеет, если выйдет, да, червей приморажишь, если выйдет большой, и, к примеру, я в него там ЛПшки буду давать танчить, и выйдет Айнавен с порталов, будет хилить, и толстый сорвется на него, я нажму таунт, он вернется ко мне, и потом сорвется еще раз, тогда ты его приморозишь, или даже дипфиз. Все, теперь понял. Все, понял. Чтобы не сдох Айнавен. У меня каждые 15 секунд. По сотке где-то буду лечить 100 тысяч. О, господи. Запомнил, что все, сейчас ты ничего не делаешь. Стань в кружок, жди его. Все, пошли. Мне силы. Да, тебе какие силы, стоит дамаж, да и все. Я чилю. Вот толстый на меня пошел, смотри, как я танчу со своей стороны этого толстого. Слева подавление. После подавления магия, после мага все остальное. Бидон, давай. Работаем. Народник флеш. Баны.
Банная варика, блядь, сука, себе беру в таргет, она, блядь, в таргет лезет, не могу себе диспелить замедление. Диспель бигдема, если можешь, это болезнь ебаную, дальнюю лутрость. Рарник, под ебалом не стой. Встань за спину куда-нибудь. Куда, подальше от толстого. Болезнь, не знаю, по-моему. А, могу, нет. АУЕ приготовили в толстом? Фу, АУЕ. Нюхай сложного, все. И в воронках в тех синих не стойте, в фиолетовых. Ну трэш тонкий нахуй, вообще нихуй делать. Да, подал. Депос есть. С твоей стороны толстый. Подорожник есть, когда он дамажит все. Себя смотри, хилит со мной. Подавление слева. Нет фреза. Главное, давай ему до кружка доходить поближе, чтобы бидон вперед-назад не бегал. Слева, пидор. Новое название. Ну а как его называть, блядь, еще? Все, блядь, это самое, не расслабляйтесь нахуй, тут можно вапнуться на любой фини за секунду. Понятно, что блядь. Вот разгром нахуй. Не, он не докосковал. Банная мана нахуй кончается, шо пиздец. Жза. Вон толстый набился. Собаку можно. Подавление. Пока мана у тебя есть. Опалы через лока хиля. Ничего не спрашивай лучше. Просто, просто бей. Слева пидора залейте. Черепок играть. Он на вен упал. Дружки, друидов у нас нету. Можно ложиться. А не кидали на него? Нет. Сколько стаков было на вен, не запомнил? Не знаю, два прохода. Какие-то... Больше десятки, 12, наверное, 13, что такое. Сейчас посмотрю, что ты сдох. Сдох с нами вроде стоял. Так, смерти. Не, лужа была, я убегал, мне тикало, плюс он зацепил куском. Ну, типа, я могу спекнуться в ДЦ, полетать его похилить. Тут не живу уже совсем так, чтобы... Ну, типа, я там в комнате... Так, огненный стоять, шар в него кинул, кто там еще его бил? Ну, кошмары, а кроме кошмаров, что еще у тебя? А, вон этот самый... Колонна льда, это ты взлетел? И сдох потом, да, на колонне льда, да, блядь. Да, да. Мы ожидательный СС. Да, блядь, СС ССом нахуй. Да, спекайся, будешь летать с ним, нахуй. Выхода другого нету. Будете без его дамага бить. Этот непобедимый босс. Ну а хули нахуй. Его хилишь, короче. Читуешь там, блядь. Там достаточно будет, это как сам лови там немного стаков, чтобы его подхиливать. 1, 2, 3. Да, там. Но главное обновлять. Да я не буду вообще стаки лутать, я просто. Не, надо лутать, ты ману будешь себе резать. Будешь выходить еще рейд засчитывать. Перед следующими порталами. Ну, кажется, мне хватит ман. Вот там анонсировали это гир РС-ку. Не понял, блядь. 6 числа. Еще леди не убиваем, нахуй же РС-ка гир, блядь. Ну, он может где-то быть попроще. Мы сразу туда пойдем. Там же лича надо убить, да? А, стоп. Не знаю. Ну, по идее, должно быть. Да, да. Да, 25 РС. А после РС-ки уже Т5, да, выходит? Да, по сути. Или у льда там будет? Нет, Т5. Т5, да. А должно после Т5 уже льда, да, пойдет? Да. А ну, у льды уже Т5-2. А после Т5-2 пойдет Т5-3. А после Т5-3 пойдет Т6-1. А после Т6-1 пойдет Т6-2. Да. Как оно выглядит? А, я понял, как оно выглядит. А если он убивает этого... Халион убивает Гер, они же целка нерфят, да? Или нет? Я думаю, нам надо это быстрее все это делать, нахуй. Это сейчас Вилаш еще спать пойдет. Скажет, нахуй надо эту хуйню. То есть по логике в десятку гер надо сейчас десятку лича убить гер.
Да. Вот поэтому мы тут и сидим, блядь. Слушайте, я извиняюсь, мы на замене сидел, так, чуть-чуть слушал, где мы, чуть-чуть смотрел. А что это было за фигня, это с ливом посреди рейда? Что случилось хоть? Блять, давай потом, вкратце шмот хотели, блять. Это, думали, что по роллу будем, но я это не объявлял, никому не писал, вся гильдия была против этого. А вот 4000 ЕП стартовых, никто против не был, я это в правилах написал. Вот, но мы идем по ИПГП. И тем более оба РЛа говорили, мы. Короче, нахуй. Этот. 300 баф. Давайте бафы. Завтра. Завтра леди траить приходим, не забываем, блядь. Угу. Всем пишем, все, чтобы конечно, заходили. На пас МК можешь перекинуть, я сейчас все равно не буду. Ты, короче, смотри, не урони этого, блядь, я, наверное. Все, пошли, хуярим. Он ни разу в комнату не знает, что вообще что делать. В середине вставает, где драконы, все. Я по кругу буду летать, не убить. На нем квадратик, просто смотри на эту хуйню, все. Я его фокус сделал. Песа, братан, встань в тотемах, пожалуйста, где квадрат стоит. И по возможности диспели эту золотую. Или рарник, ты тоже диспели с меня, эту хуйту. Вот эту вот, да, ага. Это он дамажит много. Где портал? А, вот сейчас появится. Да. Там черви вылезают с пуджа, как? Там разгром стоит. Просто вы даете все. Он огненный, нахуй, что вы его убить не можете? Что все, я тебя просил, братан, в кружок, пожалуйста, жди. Не беги туда, к мобам, блядь, где они выходят. Я делаю еще не в этом. Просто они говорили, что маги в первую очередь сливаются, а толстые в последний. Давление. Да это все знают вроде. Ну все знают, а били сейчас все толстого. Уже само, да, выкинет, когда это закон. Да, да, да. Чего, Волдырдом сначала заебашим? А до этого мага ледяного там 150 тысяч не так вот. Тут есть берсерк, нифига себе. Он такой. 16 со второго походки. Условный. Двойные мобы просто. Я тебя не вижу, я тебя не вижу. Ты где? В середине. Квадратный. А, тебя быстрее, чем меня выкинул, что ли? Понял. Так, как имба. Портал. Там если что, подхилиться сам. А, ты пока летаешь, короче, тебя не дамажит, да? Только когда выходит. Может, да? Я же чисто. Вы черепок года. Будете быстрее убивать или что? Или вы дрочите там? На выходе лечи, где летаем, особенно. Ты ж дамаг идет. Я опять, короче, выхожу после тебя, понял. А, потому что я захожу позже, да, походу. Угу. Давай, короче, ты говори, когда там порталы, чтобы. Подходи я к порталу, вот я уже стою одного. Ты ко второму иди сразу. К этому шарику. Угу. Как только сразу прыгаю. Прыгаем, ага.
Давление. Давление. Скелеты все переключились и с той стороны огненного. Где толстый стоит. Ну быстрее скелеты. Может пусть выходит и захиливает. Ему виднее. Когда что там захиливать? О! Угу. Кайф не говори, блять. Пизда нахуй. Че, выпало там? Че, на синдру сразу? Вон, бычье сердце, давай там уж все. ГЦ. Несложно танчить. Просто все нормально. Все делают. Мы сейчас куда? Это какая синдра нахуй? Пошли, блядь, проф, лана нахуй. Бля. Какая синдра? Накурились? Только что так чистить, рядом, что нет? Давай, давай, Вилашу. Приглашай. Где он там, онлайн? Вон он, Вилаш. А что, лут оставим, да, в этой, в сундуке? Ну так лутер у этого, как он называется, у бигдема. Я уже. А че вам шмоточки нужны, да? Там? Ну, выпало пуха. Что все за ней шел за пухой? Или вы что, чем слушаете? Вы не убивали, потому что я пришел за ДПС, и вы убили. Да, по-любому. Еще Биг Дэм похилил Айнвена, блядь. Так, это, ну, сейчас, если трэш будет, я трэш побью, мне там 300 репы надо. Ну, это голландский хил у вас сейчас был, блядь, получается. На тебе, на этого, на инфо. Че это? Да. Дух, крит, голова, нахуй, да. Сразу распылю, блядь. Друидов нету, нахуй, синтека нету. Ровист. Да. У нас проф сейчас. Да, там проф, лана еще. Давай, ты в DC сейчас ровист, пока трэш можно и попиздеть. А у нас совы нету там нигде? Нихуя нигде нету. Пошли, че, на проф или на лану, как хотите. Дойдем уже. Ближе просто. Пошли профа. Равис, ты тут? Привязался био пэсу. Так вот. Вальку осилили, значит, блядь. Вообще машины просто Вальку осилили, блядь. Вообще пиздец, нахуй. Как вчера совет, нахуй. Я ебал такой совет, нахуй. Что там, это трэш? Вообще было, это, блядь, это был самый потный совет, наверное, из тех, которые, блядь, ходили. Так а что вы думаете, Гера, оно просто так, что ли, блядь? Ну, типа, Гера, блядь. Да нет, типа, я убивал совет, блядь, ну, уже на Сирусе, я убивал совет еще, когда было, блядь, ну, только ввели целка, когда оно еще не понерфили хп боссов, блядь, ну, типа, то, что было вчера, это был вообще пиздец какой-то, блядь. И на том, когда с пугами убивал, блядь, у меня просто три человека сферы били, каждый свою метку, блядь, и кто там не заморачивался, кто здесь стоит. И мы спокойно его убили. А это что-то вообще какая-то дичь была. Ну, блядь, ну сервер же специально так. Специально же так делают. Там всю... был один милишник, который, блядь, не мог отбежать во время каста. И он меня постоянно, блядь, это, откидывал босс. И я влетаю в одну пружину. Я хорошую тактику знаю, если что, потом расскажу. Там. Короче, я это вышел из инста. Что ты, Равис? Давай, Равис, что-то скажешь, он там хотел сказать. Давай, говори. А что там, куда сову хотели? Мне сказали, что целкакер зайти надо, да, сову. Да, сова нужна. А ты что, уйти хочешь? Не хочешь эту золото? Нет. Я же зашел как раз таки ради. Вместо ШП одного. А, ШП. На мина налича можно. В принципе, было бы неплохо, да. Ну ты это, Равист, не сильно сейчас занят? Посидишь? Да пока не особо. Если вдруг что, если вдруг кто отвалится, там если что, блядь. Этот, что я хотел... Ты говори, что ты там, вот ты мне в ПМ написал, что-то обсудить там, насчет чего там, что-то сильно важное. В двух словах там, пока мы до проф идем. Вот эту хуйню завешьте. Или это прям личное что-то, надо говорить. Не, мы просто сейчас рядом. Бедные, я не особо микрофон включить. Не понял, что микрофон неудобно. Я рядом родные не особо включить микрофон. А, хорошо, понятно. Шкаф поставьте. Ну, что все, ГЦ с палкой еще раз. Хоть что-то. Вот,
Спасибо. Что-то для тебя сделали. За терпение. Да, мне же кажется, что это палка лучше, чем Дуара, да? Ты мне еще за ту 100 ТГ. Да, блядь. Все еще за все ответим, блядь. Просто вы главное... закрыли? Какой город 271? Нет, не закрыли. У Лора 2 сокета, здесь 3 сокета. Да. То есть, а для такая вот этот сокет, он будет важнее, чем, грубо говоря... А в Гвир, Гир, Глория, 3 сокета? Ну, в Гир 3, да, но Гир, она и 284, это 264 с тремя дырками, ты три камня на стаму туда ставишь, а она лучше, чем Глор с 25-ки. А вы совет убили, да? Совет, да, убили. Что? Страданули там на этот совет. По полной. А там все равно кольцо не упало. Ой, хорошо. Кольцо падало на том КД. Вот. Но я трубу заанролил, кольцо не смог заанролить. Так, я напоминаю, что у меня есть КД в Каражан на 4 босса. Вау. Потом, сейчас. Я пошел. С этим? Да, надо, с долгоногом там или что? Нет, там без долгоног. Смотри, мне челик пишет с циркуля, нахуй. Войд, говорит... Ку, здравствуйте, говорит, я говорю, это Суслятинка. Я ему сразу пишу, если не пидор, ступай ко мне в гиблеть. Факс. И блочь его везде, и потом пиши фу пидор. А что не пиши? Это как-то по-пидорски. Короче, долгая история. Не запаривайся. Это... Значит, Вилаша, по воде этого ебаного профая посижу в кукле. Значит, что вам тут надо понимать? Про колбы не буду объяснять, вы и сами знаете. РДД, пельмени не ловите. Кто слоит пельмень, тут пидор. И это самое главное. Самое главное. Значит, слизни, когда появляются, значит, их двое на переходке. В первую очередь вы убиваете слизня. Не смотрите на эту хуйню. Это я нажал, это, блядь. Табличку ебану, не трогайте ничего. Слизня, который... Какой же, блять, какой? Да, зеленый самый. Вот зеленого все зергут в первую очередь. Так, сколько у нас там миликов? Два милика и Вилаша. Будем играть по тактике у стола. То есть, чтобы вы понимали, РДД стоят, бьют профа. Проф у стола будет. РДД вот вы тут стоите. Так, кто там из РДДшников? Биг Дэм, давай на тебе звезда. Как мы делаем? Появляется слизень первый. Мы под него не идем, потому что, ну, я не уверен, выживут ли три человека от взрыва или нет. Мы играем у стола. Это называется так. РДД стоят в звезде, бьют босса. И когда выливается слизень, обратите внимание, выливается слизень в зеленой метке, вы стоите, босс с милик. Чего? Кто-то что-то пиздит там. Это самое. Да, вы стоите, да. Бьете возле профа милики с танком. Вот. РДД, вы стоите звезде, бьете профа. Выливается зеленый. Вы на него навешиваете доты. Не фул касты стоите, кастуете. А вот так вот. Кинул там прикосновение вампира и чуму. И все. И делаете прыжки вот сюда. В сторону стола. Вот. Это делается для того, чтобы слизень дольше до вас шел. Во всех слизней идут плевки. Потом этот... мистери на всех слизней и на каждого одного и на двоих слизней, когда переходка, это прям стопудовая твоя задача. Мистери, ты тут? Слышишь, мистери? Прием, прием. Да, да, все, тут так, срочно. Братан, ты слушаешь это самое? Хера себе, а что, обычка, 25 обычка для рубинки, гер? Ладно. 25 гер нужна. Отлетаем к столу, правильно? Мистери, да, это самое. Отлетаем, нет. Еще заново рассказываю, если у вас хуёво все. Челики, ребята, отходили. Ну, типа, вы хотя бы слушайте. Блядь, челики отходили в туалет, рассказываю заново, блядь. Мистери, на всех слизней, что по одному появляется, что два, ты кидаешь проклятие коснезище. Вытащи, например. А, это я знаю, знаю. У кого эта залупа вот это активируется голосом, нахуй? Хотя бы, блядь, выключайте там, на кнопку ставьте, блядь. То по ушам мне бьет, я останавливаюсь. Это самое. Значит, тактика РДД, еще раз объясняю. Вы бьете босса, босс стоит у стола. Милики там бьют босса. Вы стоите звезде, бьете босса. Появляется зеленый слизень первый.
РДД, вы кидаете на него дотку за одну секунду и съебываете со звезды к столу. Это делается для того, чтобы слизень до вас дольше шел. Когда слизень выбирает цель одну, или милика, или РДД, или хила, все идут, и милики, все два милика бегут бить слизня, и все РДД включаются в слизня. Забыли про проф, а бьем слизня. Все, он одну откидывал куда ст, и когда объясняю, как отлетают от слизня. Вот дошел слизень до цели в квадрате. Как вам нужно стоять? Вот цель в квадрате стоит в квадрате, а сам слизень до него стоит вот здесь в черепке. Вам отлетать нужно в центр комнаты. Чтобы отлететь в центр комнаты, от слизня надо стоять вот здесь в луне. Что не ясно? Вот. Это я убираю. Квадрат. Черепок. Вот. Значит, слизень играет. Это называется тактика у стола. И отбегаем отбегаем в РДД зону. Называется РДД, вы отбегаете к миликам. Чтобы слизень... То есть, короче, когда слизень дошел до стола, да? Вы отлетаете в центр, и там уже его добиваете. Uh-huh. Вы сейчас сами по ДПС увидите. Красного через стол водить? Красного через хоть куда води, только не через Долоран. Вот это колбу у стола, когда ты куда скидываешь. Это будущее. Колбу у стола? Ну вот вожу uh-huh. его по траектории, сейчас поставлю, допустим, от кружка до стола вожу. И, если ну, надо то есть будет... Где-то в кружке колбу, да, скидываешь? Я не буду в кружке колбы скидывать, я его скину вдоль стены. Либо у стола могу скинуть. Вот, скину у стола, подведу в кружок. Скину в кружке, отведу в стол. Если вдруг там лужа будет, отведу в ромбик. В общем, здесь от стола до ромбика и кружка я играю. Вы позиционируете все звезде. Слизни вон там, знаете, где появляются. На переходке. Моя задача два слизни замедлить. Ваша задача зеленого зергануть. Вот, и потом бить красного. Это. На переходке не забывайте. Еще самое главное. Рарник, крылья, мистери. Там все свои бурсты. Два носка там копии. Всю вот эту залупу. История. Все прожимки бурстовые оставляешь на переходку, когда два слизня. Зергаете зеленого и убиваете красного. На вторую переходку то же самое. Если будет хуево по дамагу, то на вторую переходку, где два слизня, дадим Геру. Все. Остальное вы знаете. Слушай, выходить, это элементарно. И самое главное, ни одного пельмени, ни одной колбы не ловить. Если вы эту хуйню не будете ловить, и на слизней будет ДПС хватать, мы убьем босса, как нихуя делать. Ну, давай посмотрим. Так убьем, как это делать. Как два пальца. Да, дольше, блядь. А, и Вилаша, это ты понял, водишь, я в кукле сижу. Ты водишь, там сам поймешь эту всю хуйню. Все, даю отчет. 4, 3, 2, 1. Лужа, готовимся. Секунду. Ходим в лужу. Звездочку нажмите все. Ну, куда ты пошел? Звездочку вон где стоит, видите? Готовимся зеленый. Все, отойдите от зеленого. А, с меня звездочка спала. Стопайте по боссу. Вот, добивайтесь слизня, бейте. Отлетайте, там к столу отлетите и добивайте слизня. Все, добивайте. И дамага мало по слизню. Не, блять, вообще пизда. Слизни вообще не бьют. Да, почему ложитесь. Бьют, но не все. Да, неудобно родилась. Да, походу надо будет начинать. Сейчас попробуем у слизня начинать. Ну-ка, что там? У слизня надо. Сейчас попробуем. Просто если он шотнет вас, это надо и Вилаша, и Рарник, вы там стоите. Мы стоим в этих в РДД и бежим к ним. Это если он нас не выбирает, бежим к нему. Бля, я зашел раньше времени. Ну, заходи. Так. Че, вас выкидывает? Да, надо релогаться. Ой, блять, я после, сука, после этой, не обновил, после, как он называется, после Вальки ебаной. Короче, будем тогда, тогда Вилаша водишь, как в обычке, попробуем так. Ну смотри, когда зеленый выльется, стой рядом с этими, с пацанами, с Рарником и с Историей. Ну они там, соответственно, дадут
история ложный выпад даст. Нет, ты можешь прям... Вы начнете бить слизня сразу. Если выберет РДД, то по ебалам слизня перебежите и из звезды отлетите в сторону стола, ну или в сторону вот, в сторону кружка. Не, мы начинаем с РДД тоже. Ой, то мы будем тратить РС-ку. Конечно. Там это, обычка нужна, 25. Нигде. Конечно, будем тратить, блять. С какого числа? С 6 вроде. Это чё? Да, 6. Ага. Конечно, будем. Там вроде лучи, да, там их, ну, их два вроде, да? Типа они крестом хуярят. Да, да. Да-да, мясорубка. Чур я в светлый. Я, короче, вспомнил, что надо. Надо тут, это, надо будет, наверное, мы сейчас зеленого убьем, и мы не будем переводить босса после зеленого. Мы будем еще красного ждать, чтобы я раги дохуя накопил. Вот, ну и слизней будете бить. Короче, смотри, если будут умирать РДДшники, пойдешь, наверное, на вара вместо ШП своего. На четвертом, ну, третьим миликом. Ну, чисто, чисто на этого, потому что нужно, чтобы это слизня сразу пермомента начинали бить. Потому что, видишь, у него ХП дохуя, а толку нихуя. То есть он идет там, выбирает первый, второй раз. Третий раз. Мы на ШП начинаем быстро бить. Просто сейчас вот если открыть урон по слизнякам. Не... Надо, чтобы сразу они начинали. Короче, Вилаша тогда с пула поведешь в треугольник. А, я, блядь, скинул ДБ. Я даже скинул его. Я тоже обнулил, блядь. Я еще... Ну, у тебя 300 тысяч по слизню. Ну, вот. Сейчас надо быстрее по слизням хвалить. Короче, понял, да, Вилаша? Играете. Это ведешь с пула босса после первой лужи. Ты ведешь уже там... Ну, вот, параллельно звезде, вон где колбы крутятся. Туда примерно еще метров 10. Надо туда далеко. С чем? Отведешь, когда лужи выльются, отведешь его в треугольник, и вы встанете, милики, и начнете бить. Как в обычке. Рыба была, нет? Чем поставлю? После убийства зеленого, да, увести его. После убийства зеленого, там, что хотите, уже можете делать. Этот. И напоминаю, будем стопать, потому что нужно мне накопить этой зеленой залупы дохуя. У нас ни рдру, нихуя нет. А, да, рдрушки же. Мне надо накопить. Че есть? Масло на СПД. Да, сейчас там. Не надо накопить на 2 плевка. Вот. Свечи надо купить для 300 бафа. Да у Биг Дэма, я думаю, есть свечи. Или чё, или что, тоже нету? А, свечи есть у меня. Анальные. Да вон в банке есть же масло. Отдай баф. Банк масло. А где банк? Поставили? Поставьте банк. А, вон где-то. Ставили, нет? Еще не вижу. Кому там надо? Давай мне тогда. А на Вену? Мне милишный, да? Мне милишный. Да, да. Я забыл, мне на почте. Всем давайте. Раздают. Всем вам. Ладно. Сейчас попробуем. Ой, блядь, такая залупа это все. Еще давай, товарищи, на тренинг. Я там кушать приготовился. На пойти наложить. Напоминаю, там переходки на 80 и 35. Все, проверка. ДХП у него залупа 20 лямов. Все, отчет. 2 секунды лужа и веди в треугольник. Веди уже потихоньку в треугольник. Там начнете сразу слизня бить. Две лужи в РДД. Там двойная, смотрите, осторожно. Вот не надо их растянуть, чтобы на первый плевок был. Капец у него рейндж, конечно. Все, по боссу уже не играйте, там еще красного бить будем. Мне на плевок до сих пор. Больше не доту, маленечко. Дальше, дальше. Слизня бейте. Так, лужи. Забейте его уже, блядь. Босса не бейте. Не бить, не бить. Блять, раги-то нету нихуя. И в этого плюнуть надо еще.
2% не бейте, не переводите. Не в этого плюнуть. И еще сотку накопить надо. Сильно не разбегайтесь, кучнее этого все. Все, красного убивайте. Беги. Беги, Лола, беги. Из луж выходить. Угу. Переводите. Что-то накопил. Переводите, переводите. Уже похуй. Ну, уже пробовать надо. Бля, зеленый будет. Че так долго? Успеем, нет? Успели. А, нет. А, нет, успели, успели. Успели, успели, все нормально. Все да, звезду, успели. все звезду. Вылез. Все, по зеленому уже играем. Пленный зеленый. Красный убегай, красный убегай. Да. Ну, нету этой. Раги нету. Целых 10 ярости не хватает. Красного я дал, а у этого нет. Надо что-то думать, блядь. Ай, блядь. Диспелите там, если кто может. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? А, точно. Я дурачок, нахуй. Мы с пула. Я забыл же, блядь, есть же такая хуйня с пула накопить энергию. А, так а как накопишь, нахуй, рдру-то нету. Ёбаный рот, ну и что делать, нахуй? Спекать кого-то в эту. Кого, блядь, спекать? Кого спекать? Зеленого не замедляй. Ну да, он вас положит, блядь. Да хуй. А как мы вдвоем умерли? Вот здесь двое сдохли. Из-за чего? Пизда, блядь. Как звездочки двое умерли? Ну, походу, зеленый. То, что я вот лоб не мог двигаться. Я еще тут, походу, красный был, но не на мне. Я что-то подумал, что думал, что зеленый и красный сразу нет. Или еще ждать слизня, нахуй, я хуй знает. Не надо. Да кахули не надо, у меня раги нету, блядь. Как по-другому? Это еще лужи надо расти, это еще сложнее мне играть будет. Оставь одну лужу, пусть растет. Ну давай еще раз попробуем, нахуй. Вот я и говорю, я лужу расти, пусть. Это я, видишь, с первого трая не сделаю, нахуй. А что все еще хуже. Он и не поводит и. Надо. И не выпьет. Не, ну друида нет, чтобы перед пулом забафать. Ни нашего, ни синтека, никого, нахуй. Сколько на плевок раги надо? 44 или 46. 50, по-моему. Не, 44. Не 50. 44, по-моему. Это 88 раги, правильно? Да. Так, а чё не хватает? Или 46. Ну, блядь, ну ты не следишь, чё не хватает. Ну, так вот не хватает. Зелёного не замедляй, всё. Да, блядь, первого зеленого, но не замедляю. Можно вопрос? А, попробуем. Либо первого зеленого не замедляю, все. А если попробовать, тогда, если, вот, не знаю, лужа остается, когда вот мы босса переводим, лужа же останется, правильно? Если ее не выпить. Не-не, просто зеленый не замедляет на лужу. Нет, да, первый. Попробуем. Просто можно вопрос? Ну давай уже вопрос. Хватит уже там пиздеть. Давай вопрос. А комбо же не вешается, когда ты садишься чисто слизь. Давай я сделаю спек. Вы меня просумоните, я тебе сделаю рагу, улечу, вы просумоните своего и сделаете пул с фул рагой. Еще так каждый пул будем делать. Не-не. Да, давай еще раз попробуем. Ты пока делай спек, а мы пока еще раз попробуем. Это баг. Да похуй, баг не баг. Подкопит энергию, потом улетит, там маг портал поставит. А это уже не было же наличие такого, что типа друида могли разу пойти. Друид важный очень, блять. Все готовы, даю отчет. Пробуем еще разок. Попробую не замедлять, посмотрим. Как первого без замедления. Ну в красного дам. И вдвоих мне надо дать. А, если так, то мы можем переводить после зеленого. Отходить от лужи. Сейчас я подрастяну эту хуйню. Имейте в виду, сейчас я не замедляю, и переводите босса сразу. И это, и зеленый. А если подальше отойдите? После зеленого переводите босса.
Вот у вас 7%, смотрите, и босса переводите. Я стараюсь сотку накопить. Все, зеленую, зеленую. Главное, зергните зеленого. Не выдержал. Так он один там, что ли, стоял? Нет, со мной. С Рогой. Я не знаю. Но я ложный прожал, я выжил, а он нет. Бля, надо было 50-50 прожать. Без замедления убили же, да? Да. А, ты лужу не выпил. Опять будет красно. Да кахули уже бить, но по безражника. А, да. Ложимся, да? Ну, 300 из дня. Нет? Два. Нет, там можно успеть. Короче, надо, чтобы жарник не сдох. Даже, значит... Не, он умрет. Аж не зыбко. Даже там 50 на 50. Я, короче, не, я уйду, короче, в эту звездочку. Если меня выберет. А он меня выбрал же, да? Или кого? Он сначала выбирает. Не знаю. Я просто ложный прожил и выжил. Ну, ложный там, понятно, минус 50% урона. Тут танк еще. Ну-ка. Ну, 50 на 50 мне же жать не резон. Или нажать 50 на 50. Нажмешь, конечно, надо же выжить. Давай 50 на 50, давай. Ну, 32 тысячи, блядь, по тебе ебанул. 1700 сапрот. Короче, 50 на 50 же. Алла, внимание, у кого вот это покупное? А еще и ДЦшника у нас нету, видишь? Можешь вообще в три хила хуярить. Это дольше будет. Не-не, слизни падать не будет. Давай попробуем. Надо, чтобы этот... Получается, чтобы он миликов не выбрал, надо. Вы его убьете, я думаю. Если вас... Если выберет, это короче... Короля пиздец. Дашь не зыбку. Зеленого убьете, потом переводите босса. В принципе, к тому времени, когда вы его переводите, но надо переводить, чтобы рарник не сдохший был. Ну, вы перевели без красного сразу. А тут его и не было третьего слизня. Раги тогда будет на 2. И дальше уже. А, даже без меня не было? Ну да. Нормально. Он типа кастовал там какое-то время. Этот кран, из него пар шел, этот красный, но слизень один был. Не знаю, как это работает, это надо много вайпов посмотреть, чтобы точно понимать. Это вы говорите, Синдра, блядь. Да, Синдра легче. Но в тот раз, когда мы били с вами, мы тут были, по-моему, Синтек был у нас. Если не ошибаюсь. Да-да-да. Ну да, мы Раги набили. Раник, ты десятку ТТГ закрывал? Нет. Пойдешь? А кто пойдет? Я, ты, вон, Войда заставим. Не, вот. Ну, на шамане ты повесил? Да, на шамане повесил.